Неделю назад в интернете появилась информация, которая взбудоражила ульяновскую общественность. Якобы стоимость проезда в маршрутных такси увеличится до 25-27 рублей. Последний раз цены повышались 2 года назад. Тогда себестоимость перевозки одного пассажира составляла половину от общей стоимости проездного билета. Но цена на топливо не стоит на месте, что сказывается и на себестоимости, которая уже выросла на 10%. Конечно, вопрос изменения тарифов – это тоже актуально, животрепещущая тема, потому что 2 года тарифы не менялись, и проблемы в этом тоже есть. В какой-то части они правы, тут у обе части правы, то есть население, конечно, по-своему рассматривает, перевозчики по-своему, а задача администрации – найти в этом компромисс и принять то решение, которое максимально удовлетворит всех. Перевозчики действительно планируют повышать цены, но далеко не все и не настолько. В начале недели в Управление дорожного хозяйства и транспорта обратилась ИП «Юдаева», владелец маршрутов номер 38, с просьбой разрешить повысить стоимость проезда на 2-3 рубля. Таким образом, стоимость проезда составит 20 рублей, а днем с 9 до 3 будет действовать льготный тариф 18 рублей. Повышение цены на 2 рубля позволит перевозчикам обновить автопарк. Несколько лет назад, покупались автобусы Ford, он стоил 1 200 000. Затем случился кризис, и на данный момент этот микроавтобус стоит 2,5 миллиона рублей. То есть, естественно, перевозчики берут кредиты под большие проценты. Это определенные риски. Но перевозчики вынуждены, поэтому на небольшую, скажем, на 2 рубля цену поднять. Однако, где гарантии того, что остальные перевозчики потратят средства от повышения тарифов на обновление транспорта? Ведь по улицам города еще ездят в прямом смысле сараи, нарушающие все нормы безопасности. С целью обновления администрация подписала специальное соглашение с перевозчиками. Планируется поэтапное снижение количества автобусов типа «Газель» с переходом все-таки на большую кабинность. В смысле, с заменой их автобусами типа вот Фёр, Пежо и Века, такими, которые сейчас традиционные, но в том числе автобусы типа ПАС, Богдан, вот такого класса характера. Когда маршрутки будут ездить по новым тарифам и присоединится ли кто-то еще к 38-му маршруту, пока неизвестно. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.